날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 1961 러시아 sent the Cuba missile, right? You know 1961 crisis? Yeah, Cuba, yeah. But he helped the Castro. He helped to build the country regime. So what kind of money you have? You have any other country money? I'm just collecting. You have a coin? Any country coin? No, I don't have. Not Russian money, nothing? What kind of money you have? Do you have Korean coins? No, I don't have Russian money. Not any country money? No. I understand. Maybe Thailand, but in my home. At the end, Russia, at the war, at the Ukraine, so it's a thing, it's pretty bad, I know. Yes. It's true. Many people being killed, you know, and stuff. Yes. It's terrible. The 21st century, everything got to be peaceful, but I don't know, Putin, I don't understand. So the other day, good-looking Russian man, you know? Oh, he's a good-looking Russian. I was so surprised. You are not better. You're pretty good-looking too. Я иду в тусовочное место в Сеуле, но по пути мне вот попалась такая локация. Ну, типа здесь можно зафоткаться классно. А здесь стена, на которой можно оставить послание о том, что ты сделаешь в этом году. Можно поймать рыбку. Магазин виниловых пластинок. Ну, давайте зайдем сюда тоже. Окей, thank you. Говорят, нельзя снимать. Ну, в общем, магазин винила. Какая-то площадка, viewpoint. Ого, постер наверху. Тоже виниловый магазин. Я продолжаю выяснять, можно ли найти в Сеуле dirty кофе. Ну, по-моему, нет. It's cold milk, cold glass. One shot espresso. Yes. Yes. For Japan. Okay, thank you. Рассказал бармену, что такое dirty кофе. Впервые слышит. Модное кофейное место. Смотрите, какие экраны просто тут. Hello. Тоже не dirty coffee. Thank you. Прекрасные корейские такси. Выглядит как будущее. Здесь интересно организованные выезды из парковок подземных, из зданий. То есть загорается. Здесь лампочки красные, вот здесь вот тоже фонари, которые вмонтированы в землю, загораются красным. Оттуда выезжает машина, и как бы все должны останавливаться, но пешеходы не останавливаются. Все идут дальше. Еще звуковой сигнал подается. Тут прям такие регулировщики направляют пешеходов. Строительство идет бурное. Смотрите, в каких стесненных условиях работает стройка. Прям очень-очень мало места, но работа идет. Вот отель Hamilton. Рядом с ним, в переулке, произошла давка. Это в прошлом году отмечался Хэллоуин. И это был первый массовый праздник, который отмечался после ковидных ограничений. И поэтому на этих улицах Хэллоуин отмечало порядка 100 тысяч человек. Как утверждают СМИ, прошел слух о том, что кей-поп-звезда в каком-то клубе присутствует. И люди двинулись вот в этот переулок, чтобы увидеть эту звезду. И именно вот в этом переулке все это и произошло. Вы представляете, в этом маленьком 4-метровом переулке погибло 158 человек. Среди них 4 человека из России, один из Казахстана. Здесь стикеры клеят в память о погибших.
здесь такая вот стена памяти. Вот эта улица, она идет под склоном, и люди, получается, вот падали, потому что были зажаты, кто-то падал, и люди друг на друга просто шли по головам, по телам, сверху. А здесь мы уже видим, что начинаются различные клубы. Где-то сюда двигалась толпа, в эту часть, чтобы как якобы увидеть какую-то кей-поп-звезду. Так, ну здесь мы с вами еще пройдемся вечером, когда будет более тусовочно. Сегодня пятница, и сегодня здесь должно быть весело. Здесь бесчисленное множество. Блин, как-то грустно. Постоял, и слезы наворачиваются. Там бесчисленное множество записок с прощанием. Да, атмосфера такая, что хочется поплакать. Но это правда все очень грустно и печально. Светлая память этим ребятам. Радужные сувениры. Такие сувениры запрещены в России. Это какой-то вообще психоз. Как можно, блядь, запретить радугу? Это надо быть просто ебанутым. Я продолжаю прогулку по хипстерскому, еще его называют, району. Клубному хипстерскому. Жду, когда стемнеет, чтобы посмотреть, как выглядит все это в ночное время. Do you have cartridge for Argus? Whoop Argus? Sorry. No? Okay, thank you. Большая проблема вот этих всех вейпов, если ты путешествуешь, то в каждой стране какой-то упор на разные вейпы. В одной стране на одно, а другое на другое. И ты не можешь найти какой-то девайс, который будет везде распространен. Вот я отказался от сигарет. Самый простой, конечно же, купить сигареты и курить сигареты. Но я не хочу курить сигареты. Я вот сейчас не пью алкоголь уже месяц. Не курю сигареты уже больше месяца. Я вот бросал, но вот сейчас заново опять бросил. И благодаря вейпу. Вейпы, как мое спасение от настоящего злого табака, который пагубно влияет на запах от тебя плохой, твои десна портятся. И вообще это дороже получается. В общем, куча минусов. Лучше же курить вейпы, которые, я считаю, что уж точно не более вредны, чем табак, в котором просто целая таблица Менделеева. Вот вроде бы ВУПУ распространенный девайс, но в Корее нет. В Корее какие-то другие девайсы. Уже темнеет. И скоро здесь все будет выглядеть так, как должно. Уже загорелись вывески. Люди подходят. Где-то уже прям заведения полностью забиты. Заканчивается рабочий день. Так, ну вот следующая улица. Здесь как-то уже вообще ничего нет. 6 мая, пати. Да, здесь уже все. Я не пью, как я сказал, уже месяц, но если я найду корейское пиво, и здесь мне дадут подстаканник, бердикель, костер для стакана пивного, то я выпью. А костер заберу как сувенир, потому что я их коллекционирую. И внутри бутылки. Все снаружи в бутылках. О, и березки. Модное место, но цены, конечно. Суп из морепродуктов 32 000 вон.
что примерно $27. Тут что-то случилось, но выглядит это все эффектно. После тусовки можно обратиться к хиромантам. Здесь прям... Здесь реклама, здесь прям показывает, как все работает, эмоции людей. Вот, как бы по рукам можно разгадать. А вот, кстати, тоже эмоции. Видите, человек плачет, увидел правду. И вот сейчас там идет процесс в данный момент. Кому-то рассказывают судьбу. То есть на этой улице можно сделать все. Так, пока я здесь хожу, брожу и жду вечера. Вечер, в принципе, наступает, люди все больше и больше появляются. Но я наткнулся на информацию того, что в Корее очень сильно развивается крафтовый рынок пива. То есть, если там буквально 10 лет назад было 50 крафтовых пивоварен, то спустя 6 лет до ковида их уже стало 150. Развитие пивоварен здесь прям лютое. Культура корейского пивоварения – тема совершенно для меня закрытая. Пиво я здесь еще не пробовал, так что я неподалеку нашел пивоварню, отправлюсь туда. Итак, желание выпить пивка привело меня еще в какой-то классный район, классную улицу. Какую-то тоже прям всю-всю-всю на хипстерском стиле. Не знаю, это пиво или нет. И тут, да, встречает меня пиво. Крафтовое пиво. Может быть, местное, может быть, нет. Фиг его знает. Я вот собрался же, типа, не пить. Но когда что-то новенькое, уникальное, я не могу перед этим устоять. То есть в Таиланде такого вообще нет. Таиландское пиво, это, блядь, у них есть, конечно, какие-то там типа крафты, но не такие крафты, это копии того, то, что уже давно избито. Вот, а здесь, по всей видимости, можно поизучать много чего интересного. Блин, как классная улица. Смотрите. Все очень мило. Так, где-то среди этого милого должен быть пивоваренный маленький заводик. Так, мне... Ох ты, как-то тут все прям мило, уютно, классно. Мне очень нравится. Я не вылезал из своего шкафа, в котором живу, несколько дней, типа, доделывал всякие свои дела за компьютером. И сейчас вот, по сути дела, третий день в течение... Сколько я нахожусь здесь? Уже, по-моему, 8 дней. Ну, либо 8, либо 7, неважно. Короче... Я кайфую от Сеула. Сеул офигенный. Только, конечно, подороже, нежели многие-многие места в Азии. Но я бы хотел в Сеуле провести больше времени. Месяца недостаточно. Месяца, причем плотного изучения города, чтобы постоянно куда-то выбираться, этого мало. Я думаю, что вот, ну, 3 месяца нормально. Сеул можно изучить, а желательно куда-нибудь еще съездить за город, посмотреть, как Корея выглядит в других местах, где-нибудь на побережье, где-нибудь какие-нибудь острова корейские. Здесь тоже какой луг. Гора. Открываются какие-то виды. Вот здесь, ух ты, какое солнце! Ё-моё! Так, иду я вот в это место, называется Chill Hops. Так, вот местное пивко. Так, не только при условии, что у них есть подставки. О, yes. Can I take? Is this for your vlog? Yes. Awesome. Wow. I have small channel. Awesome. do you have draft beer? Так, у меня появился новый костер. Конечно, качество его исполнения слабоватое. От X Rim. Draft, yes. Here. 7200 baht. Ой, 7200 won. I speak Russian. Sorry. I speak Russian. Yeah, for camera. Okay, I'm sorry. 7200 won это пиво и
Out Xtreme 9500 вон. Вот, кстати, какая-то реклама этого Xtreme. Thank you, only one. Так, похоже, меня сегодня унесет. Ну, логотип, честно говоря, стрёмненький у них. И шрифт, по-моему, лобстер у них. Я ожидал большего. Это не True Craft. Это крафт, сделанный на коленке. Хотя пиво хорошо сваренное, но в смысле образ у них такой. Выглядит это примерно вот так. Ну это же лобстер, по-моему. Так, ну что, мне тут типа описывать, какие я чувствую нотки пивка. Лютый цитрус, кремовый цитрус, горький кремовый цитрус, горько-островатый кремовый цитрус. Вот что я чувствую. Немного сладковатый. Вкус прям активный очень. Вкусненько. Теперь на моем рюкзаке новый значок. У меня новый подписчик, бармен из корейской пивоварни. Вообще круто. И я могу сказать, что 7,2 градуса дает о себе знать. Перерыв в алкоголизме в месяц. Блять, это впервые, мне кажется, за несколько лет. Лет за 5, что я так долго не пью. Потому что вот в Таиланде я жил, короче, и оно как-то стало бессмысленное. Пиво все одинаковое, ничего нового. Ты все время в каком-то мутном состоянии. Типа, в чем прикол? Понял, что не прикольно. Ну, хорошо. Значит, я не алкоголик, раз я это осознаю. Иду обратно в сторону той улицы клубной. Покидаю хипстерские барные места. Здесь прям красиво. Можно посидеть, если устал. Вот я, например, немножечко устал. Мне кажется, это от пива. Я начинаю подозревать, что Корея – это прекрасная страна. Здесь офигенно. Хочу быть корейцем. Я не знаю, что легче, тайский или корейский. Ведь реклама вот эта везде просто. Каждый забор обклеен. Я думал, это какая-то вечеринка. Но это явно не вечеринка. Так, там еще какая-то улочка. Пойду здесь. Ну, по-моему, здесь ничего особенного. Там уже тихие, жилые квартальчики идут. Ого, а тут что у нас? Шашлыки. Такую бы и с пивом. У меня барбекю соус. Соус просто капает по рукам. Блин, реально огромная. Почему это так вкусно? Я живу точно не в том районе. Чтобы купить там мясо за 4000 вон. Столько много, это нереально. Твою же мать. Вот это открытие через 8 дней. Это очень вкусно. Это было очень вкусно. Офигенно. Ну и на самом деле получается недорого. Относительно того, что здесь продают в заведениях, там чертовски дорого. Какой-то кусок мяса, блять, будет типа 20 тысяч вон. А здесь огромный шашлык, скорее всего, курица. Да хрен его знает, что там было. Просто я... Потому что я последнее время питаюсь одними этими булками сладкими и ланчбоксами из 7-Eleven. Ну, то, что это самое дешевое, что я у себя на районе могу купить, и самое вкусное. Ланчбокс из 7-Eleven. Ну, или, в принципе, в других магазинах то же самое. Такие же, один в один ланчбоксы по тем же ценам. Так, а здесь у нас кебабы, шаурма. Чикен шаурма. И разные уровни остроты. Есть всего 5 уровней.
Ну что, тусуются здесь люди? Ну, сейчас можно сказать, что здесь людей на самом деле немного. Рано еще, 8 часов вечера только. Но я так нагулялся, так устал, что пойду в свой шкаф. Я решил сократить дорогу пешком, чтобы не ехать на двух автобусах, а сразу дойти до остановки, чтобы сесть и доехать до своего дома. Я вот иду по каким-то классным улицам. Блин, так все мило, так красиво. Все ровненько, все чинно. Блять, мне очень нравится Сеул. Пока у меня два фаворита в Азии. Две столицы. Сеул и Бангкок. Ну, круто, круто, не знаю. Я под большим впечатлением от всего, как это выглядит, от людей, от инфраструктуры, от уровня жизни, от людей, как они выглядят. Какая-то зелень, везде кустики, вот эти все деревья красивые. Часто бывает, что стены покрыты таким вьюнком. Это очень красиво. Блин, короче, по всему Сеулу какая-то движуха. Вот везде, везде какая-то движуха. Центр Питера только гораздо больше. Реально могу идти, спасибо. Вот люди останавливаются, непривычно так. Я под очень большим, хорошим впечатлением. Мне очень нравится Сеул. Это волшебный город в волшебной стране, которые совершили экономическое чудо, как и японцы в свое время. Ну, по поводу России будущего, я не верю, что что-то поменяется, будет какое-то чудо. Никакого чуда.